Но перед началом видоса я хотел бы для вас разыграть вот такую торговую стойку за 400 робуксов, а также любого ключ питомца, который у меня есть в инвентаре. А чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам нужно просто подписаться на канал, поставить лайк на это видео, Написать абсолютно любой комментарий. Чем больше комментариев, тем больше шансов на победу. И, конечно же, досмотреть этот ролик до самого конца. Я вам желаю удачи и приятнейшего вам просмотра. Всем привет, ребята, с вами как Здесь Цезарь. И добро пожаловать в Pet Simulator X Roblox Сегодня уже все, суббота, вечер 20.00 по МСК, и вышло новое обновление, а именно аниме апдейт. И как сделал Simulator, скажем так, поднял онлайн перед обновой с помощью подарочков. У нас сейчас был там онлайн под 700 косарей. Это был, конечно, не рекорд, вроде максимально был 900 тысяч. Но, короче, онлайн был 700 тысяч в подсиме, прикиньте, он буквально там с помощью просто каких-то там, ну, с помощью буквально одного бесплатного подарка повысил онлайн в игре, перед обновом в 700 тысяч, просто представь себе. Короче, что у нас вышло? анима эксклюзивс, э, вот эти вот подарочки новые, рандом мультиплеер, свой трейдик плаза, плиз донат буф, лаки блокс контент, прушейбл даймонс, буф сейл алертс, мор антихакс, баг фиксес, апдейтс викли. Сейчас мы это все посмотрим. Перед началом, ребята, прямо сейчас ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, как вам вышло, как вам вообще это новое обновление. А, вот он, получается, новый подарочек. Его можно трейдить. Из него можно получить трех разных питомцев в пати, И с 0.1% можно получить хьюдж-дога. Потом я раздел отдельное видос с открытием этих подарочков. Пока что я открывать его не буду, но его можно было получить, а, если вы зашли за 5 минут до обновления в PID-симуляторе. Таким образом, краски разраб поднял онлайн. А, дальше у нас появился такой эксклюзивный аниме яйцо. Вообще думал этих питомцев можно будет выбивать из яйца, но разраб сделал его просто за донат. Хотя питомцы очень крутые, конечно. Также у нас вернулись, получается, в продажу гемы. Теперь можно купить максимум 10 миллиардов. И давайте прямо сейчас... Если что там в начале видосика будет еще розыгрыш, чтобы не забывать, там на Хьюшпэта, на Robux и все дела участвуйте. Смотрите, что у нас вышло в новом обновлении. Эксклюзивное яйцо добавлено, аниме яйцо. 6 новых эксклюзивных питомцев, в том числе 2 огромных эксклюзивных питомца. Также на них повысили шансы. Это у нас получается новые анимированные краски хуги. Видите, это у нас получается хуги, у которых есть анимация. Также тут вот обезьяна, вот этот корги и так далее, юникорн. Короче, очень классные питомцы. Дальше. Получается у нас вот этот апдейт, хайп, гифт. Это подарок скажем, 4 питомца, в том числе одного огромного пэта. Если вы за 5 минут будете, наверное, заходить до любого обновления, это, наверное, было не один раз, а теперь каждой обнове, в каждый, если вы будете заходить за 5 минут до обновы, то вы будете получать вот такой вот апдейт хайп гифт. Возможно там будут обновляться питомцы в нем, возможно в нем такие же питомцы и останутся. То есть разраб сделал так, чтобы каждое обновление э, теперь онлайн был огромным, потому что у людей будет э, вот этот вот азарт зайти, получить вот этот подарочек и открыть его. Вдруг вы выбьете на халяву себе э, хук питомца. Вот. А, дальше, случайные множители. Это краски Random мультиплеерс. Теперь а, у, каждого такие, у каждого такой вот штучки, да, то, что вы ломаете, могут ходить частицы. Если вы начнете ломать, у них может быть мультиплеер от 2 до 100 раз. То есть у гемов, у бриллиантов, это хотя одно и то же, у монет, у сундуков и так далее. То есть теперь может быть множитель. Также дополнительная голосовая торговая площадь. А, теперь можно будет зайти на обычный сервер, можно зайти на voice сервер. То есть там, где чисто voice-игроки играют. Uh, дальше, скорее всего, у нас пресса начал коллаборировать с uh, Хазимом. Это разработчик, получается, игры PleaseDonate. Наверное, многие ее знают. Uh, если вы играли когда-то в PleaseDonate, то, скорее всего, в Патиме вы сможете получить вот такую бесплатную стойку. То есть такой вот скин на стойку. А если выиграли в PetSim то в игре Please Donate вы сможете получить, скорее всего, такую, получается, кошачью будку там, где можно зарабатывать у Robux. А дальше счастливый блок. У нас, получается, был ивент с таким вот черным огромным блоком, но было на один раз. Теперь он будет регулярно, там раз какое-то время будет проходить ивент с таким блоком, можно будет его ломать и там получать кучу разных бустов. А, изменения алмазовые заратились, уведомления продажи стенда. Теперь там, если вы зайдете, то люди, которые купили там стенд за робоксы, будут указываться это в чате. то есть, можно будет сразу подойти к этому челику и посмотреть, какие у него питомцы. Исправлен невидимый, невидимый пэт. Иногда питомцы становились невидимыми для игрока, но все равно были там. Это было исправлено, поэтому домашние животные теперь всегда видны. Больше никаких бродячих питомцев. улучшен средства защиты от взлома, то есть у нас теперь там новые античиты, Улучшен интерфейс блокировки, исправлены не появляющиеся кабины. Это краски, ну, про эти, про стенды в тренде плазе. Фиксированный хорборд. Многие люди могли получить хорборд за стоящий робокс, хотя они эти 100 тысяч не потратили. И ивент у нас исчез, вот этот Autumn Event. У нас теперь здесь больше никакого Autumn Event а нету. Uh, так, давайте посмотрим, что у нас теперь есть. Получается, у нас есть э, Huge Pet, новые вот эти вот, да. У нас есть вот этот подарочек. У нас, скорее всего, теперь, если мы пойдем сейчас на третий паузу, у нас теперь, наверное, попросит, на какой мы сервер хотим зайти. На обычный или же на Voice. Но давайте сначала посмотрим, как работает. Вот, смотрите, видите, у каждой этой штучки теперь есть частицы. Вот, 10x э, коинов, 5x коинов, 3x коины, 5x коины, 3x коины. То есть теперь на рандом можно поймать от 2 э, до 100x. Вот видите, 3 икс uh, там вот так вот бам, то есть возможно также на огромных сундуках также возможно будет бустик. Ну, давайте сейчас отправимся в Cat Kingdom и посмотрим, uh, какие у нас вообще здесь бустики вообще в принципе есть. Uh, Ну-ка, где тут частицы исходят, нет? Ну-ка, здесь у нас нигде частиц нет, кстати, почему тут частиц нигде нету? Uh, ну-ка, вот у нас есть, например, тут бриллиант, смотрите, 10x бриллиантов, сколько я смогу получить бриллиантов? Смотрите, вот 3200, возможно, теперь получится найти новый способ для фарма бриллиантов, не знаю, uh, так, ну-ка, смотрите, 3x коины, бамс, и я получил 547 миллионов, хотя мог получить в 3 раза меньше, uh, сейчас я получу, наверное, даже больше миллиарда или где-то, наверное, миллионов 800, ну-ка, да, даже смотрите, 2,3 миллиарда. Из-за того, что эта штучка, получается, сверкалась, я получил намного больше. Смотрите, здесь 10x был, 240 миллионов я получил. Короче, теперь есть множитель, можно поймать 100x, прикиньте, 100x поймать. Вот, например, вот этот сундучок, смотрите, у него 3x коины. Тоже можно его сломать, например, мне кажется, у еще вот этого сундучка тоже есть шанс, если его ломать, то, возможно, с каким-то шансом он тоже может выпасть сверкающий, и можно будет его сломать и получить, там, прикиньте, в 100 раз больше коинов. То есть, сколько можно будет вообще получить, это просто капец. Там три коины, включить еще плюс от сервера три коины, там вообще бомба будет. А, полетели в третий классу, посмотрим, что там вообще теперь есть. На самом деле, я что-то думал, обнов будет очень крутая, потому что я думал, добавится аниме питомца, который можно будет получить бесплатно. Но теперь, если честно, я думаю, что обнова не такая уж и крутая, потому что аниме питомца за донат а из бесплатного только всего лишь вот эти вот подарочки. То есть, ну, ничего такого. Ну и некоторые нововведения. Ну, кстати, у меня третий плазу тэпает. Ну-ка, а что насчет нормального сервера или живой сервера? Как мне зайти на сервер, например? А, или у меня, по-моему, войс сервер отключен. Да, скорее всего, меня не попросили. Э, меня не попросили, на какой сервер хочу, на Voice или же на обычный, потому что у меня в настройках э, Roblox отключен Voice сервак. Но, короче, скорее всего, если у вас будет э, Voice мод включен э, в... Э, на roblox Роблокса, то, скорее всего, когда вы будете подходить к этому телепорту, вас попросят, типа, куда вы хотите отправиться. На нормальный сервер, на обычный, или же на voice сервер, где все люди будут uh, только разговаривать. Но для этого вам нужно включить краски voice мод. Uh, смотрите, давайте посмотрим. Вот я играл в PliзDonat. Uh, давайте посмотрим скин. Вот у меня есть вот по випке. Uh, нажимаем вот скинчик и. Да, вот, у меня есть, это потому что я играл в Please Поэтому у меня есть такой скинчик. Вам надо зайти в группу Please вы сможете получить скин тогда. А если вы играете в PSX, то в Please вы получите другой скин. Вот видите, тут все уже вот эти вот скинчики юзают. Смотрите, за 50 миллиардов можно купить такой вот подарочек. Прям что-то чали, конечно, дорого продает. Не знаю, почему так дорого продает, конечно, но да ладно. Вот у нас Пати Док, 850 миллионов, 300 миллионов, миллиард. Тут у нас какие-то питомцы. 13 миллиардов подарок, 10 миллиардов подарок. В общем, ясно. Ну, такие вот дела, короче. В принципе, это все. Я вам показал все, что было в этом обновлении. Надеюсь, вы понравился видосик. Обязательно участвуйте в розыгрыше, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. И с вами был всегда, Цезарь. Всем желаю удачи, всем хорошего настроения и до скорой встречи. Все, ребята, всем пока-пока.